Ясса. Откуда она, Ясса? Что именно ты хочешь знать? Сознание откуда? Это очень интересно, то, что она показывает. Вот как переход такой быстрый-быстрый по внутри портала. Просто как вроде внутри портала движешься. Вот сетки такие, как нейронные, в разные стороны расходятся. И быстро-быстро движение сознания показывает откуда. Она знает, кто ты? Смеется, говорит, да. Кто я? Да. Пусть покажет, где мы познакомились, скажем так, впервые с ней встретились. Она смеется и говорит, неужели ты, милый, забыл? Пусть снова покажет. Она высокая и молодая. Говорит, что по законам ты должен преклонить колено и попросить ее быть твоей. Хм. А зачем мне это делать? Если ты хочешь. Она тот мир показывает, не сейчас. Да? Пусть расскажет, как меня там звали, имя. Говорит, что это не имеет значения. Отмазалась. Имя императора. Хасер, Асер, Дасер, не пойму. Чем закончилось-то? Почему она перешла сюда? Спрашивает, почему ты перешел сюда? Я пришел, чтобы победить. А она зачем? Чтобы помешать тебе победить. Сколько таких, как она, еще? Было много. У нее нет связи со многими, потерялась. Они чистоту держат, чтобы не общаться. Угу. Не вызывают между собой линий. По этим линиям проследить можно. Они другой маслянистый след оставляют в пространстве. Если они между собой связывают, так их найти можно. Ну, найти можно и от начала, верно? Ты, да. Недооценили тебя. Нужно было так, как она и говорила, обратно заковать лет на миллион хотя бы. Она откуда знает, что я был закован? У них было рукописи, письмена, секреты, папирусы. Не пойму, вот что-то, угу. Слово какое-то. Информация какая-то была о тебе. Они знали, что ты придешь. Только искали, где? Собачки на охрану. Что они сейчас готовят? Войну. Где как? Ты любишь войну. Тебе будет интересно. Она говорит. Ты запомнишь. Мне хватает прошлых воспоминаний.
Зачем война-то? Что они надеются? Ничего не говорит, но я вижу взрыв. Огромный, планету разнесет. Скажи, что ловушка. Они не уйдут никуда, их ждут. Планету разносят, их ждут, и все равно уничтожение идет. Она это знает? Их. Это ты говоришь? Да, я говорю. Ты и так уничтожаешь. Что стало с теми, кто был как она? Она чувствует даже без связи. Их мало-мало, они потухают. У нее под кожей это чувствуется, как дрожь по рукам идет. А сколько осталось-то? Она этого не знает. Я тебе скажу, что она знает, она врет. Конечно, она знает. Двое еще. Кто ей подчиняется? Нет, не подчиняется. Родня, хорошо. Есть те, которые слушают умных слов старой женщины. Сколько она тел уже сменила в нашей вселенной? 3-е дослуживает. В каком возрасте она входит в тело обычно? 69 лет. Хорошая цифра, тогда 3 не может быть, что-то она опять врет. 3, 6, 9, хорошо. Какие изменения происходили на энергетике в последнее время? Что она чувствует? Она сидит в подвале. Какая энергетика? Ты о чем? Жертвоприношение она же делала? Она только учила, она не делала. А зачем она этому учила? Это интересный и единственный способ связи с Богом. А что, или с богиней. Других способов она не знает? Не такие сильные. Ты знаешь сильную связь с Богом? Ну вот сейчас у нее связь с кем? Шипит она, или я говорит с пустотой, но шипит на последних звуках. Ты ее за горло душишь, вот она чего шипит. Да нет, не душу, просто она пытается сопротивляться, а я ее чуть ограничил, чтобы не лезть вот так-то. Я же ее тоже изучаю, откуда же она такая, и таких впитываю информацию. Пусть она расскажет, что богиня. Где богиня сейчас? Ее. Она не успела стать чистой богиней. Еще бы чуть-чуть и получилось бы. Она бы вышла на уровень кона и на уровень Творца. Нужно было просто в тело той, которая может соединяться с Творцом, войти. Это она должна была успеть. Ну так есть уже те, которые могли соединяться, и есть Творец. Нет. Зачем новые-то они делали? Нет, они не могли соединяться. Ты о ком? Они могли видеть, но не соединяться. Они могли служить, но не быть равным. Угу. Ну так есть уже коны. Зачем новым коном становиться? Можно же... Естественный путь был. Почему они пошли по естественному пути? Не было естественного пути. Женщина ограничена в правах коном быть. Ну а если бы женщина стала коном, что было бы? Она же знает об этом или нет? Был бы порядок. Как долго? Ты это тоже знаешь, говорит. Ты помнишь, какой порядок бывает у женщины? Ну, так это был порядок, пока она еще не стала коном. Я говорю о том, когда, если бы она стала коном. Было бы еще лучше.
Ну пусть посмотрит, как долго было бы еще лучше. Что такое долго? Ну вот узнал бы, как быстро бы кон разрушился, разлетелся. Весь Тор и кон. Если бы она стала коном и приняла бы ответственность. Обратно говорит, что это неправда, Илья. Ну пусть проверит, она же умная. Я же не умная. Просто так общаюсь. Так долго пряталась. Тор, который перестроен, который не имеет силы, который крутится как матрешка. Этот кон можно было управлять женщиной, женской слабой рукой выйти на уровень кона и управлять не такой, как твердый мужской кон, такой, который меняет направление. В этом она бы осталась. Это было бы правильно. Так он разваливался, Тор. И в развалище? Нет, не разваливался, они он перестраивался. Ну вот. Она обратно шипит и говорит, что ты врешь. Ну пусть проверит. И была ли это женская власть? Она же знает о красно-черном. Знает или нет? Знает. Ну так все-таки мужская была власть или женская? Он уже был коном. Ну да, и что? И двух-то конов как? И два конца. Он бы был сверху, а ей бы много большую часть отдал. Так она и она так бы, большая часть. И речь-то идет. Она была захватчиком, она не была коном. В том-то и дело, ты же говоришь сделать ее коном, то есть вместо красного. Коном. Да. Он бы пошел вместо Творца. Это было бы гармонично. То есть это все равно не власть женщин, это все равно власть мужчины. Речь просто идет о... Ты снова обманываешь себя. Ты просто хотела ее увидеть коном богини, и все. Да, она должна была быть богиней. Ну, а зачем? Ничего не менялось. Богиня менялось. И так в Торе была. Покажи богиню и женское начало. Вот к чему у нее все? Я пытаюсь понять. Может, я даже помогу. Ты мне объясни, я помогу тебе. Я ж только за. Ты ее воскресишь. Да если надо, все что угодно. Ты мне объясни идею-то какую. Я не ей помогаю, я идее помогаю. Какая идея у нее? Разрушить то, что было, и перестроить заново. Тот негармоничный. Подчинить себе новый гармоничный. Ну так и сделай. И гармонично, и вперед. Зачем разрушать-то? Нет, женщина не сделает, но та, которая была царицей, она могла. Но если она не сделает, как она может потом перестроить? Где логика? Ли, она говорит о короле Вишне, не о себе. Ну, я понял. Где логика-то? Разрушить, а потом построить. Так построить, так говоришь, не получится. Тогда где логика? Почему не получится? Когда я такое, она когда такое говорила? Ну, разрушить все, а потом построить новое. Я говорю, строй новое сразу. Зачем разрушать-то? Ты говоришь, не получится. Почему не получится? Она говорит, что это настроен так, чтобы мужчина был руководителем. Ну вот, получается, нужно разрушить. А зачем разрушать? Да, и настроить так, чтобы она была руководителем. Ну, так не выйдет, потому что изначально так устроено. Изначально, говорит, неправильно устроен. Так пусть создает новые, правильный. Что мешает-то? Она это и хотела, только на месте старого устроить новый. Этот разрушить, а другой построить. А если бы не получилось? Ну, пробовать-то можно было. Можно. Вот она сейчас пытается. То есть она сейчас созидательница. Все это дело ради созидания, верно? Она служительница. Ну, созидательница была ее царица. Ну, она разделяет путь царицы. Да или нет?
Замолчала. Слушай, она как верная должна бы разделить, но ей вообще не хочется разделять его. Ну, она знает, что будет. Поэтому и пряталась, походу. Угу. Вот называют меня убийцей. Нет, абсолютно. Липкая она такая, скажи. Да, вообще как фу. Фу. Ну так, если она сейчас ничего не ответит, она откажется от всего сделанного. Сейчас у нее выбор. Туда-обратно. Либо нейтрал. Нейтрал — это тоже отказ от всего, что сделано. Пусть выбирает. Не отвечает быстро, значит нейтрал. А нейтрал — это полная аннигиляция. Служение. Хорошо, она выбрала служение. Она разделяет тогда путь? А ты все равно, она говорит, что убьешь, убийца, она говорит. Да нет, я созидатель и помощник, я помогаю. Пусть идет созидать. Вот сейчас, вот я ей показываю путь созидания, единение с Тором. Она готова ступить на этот путь? Что-то она не готова, Илья. Только что доказывала, как да. Новый Тор, как принцесса или кто как там царевич будет, будет строить. Вот все мои ресурсы, пожалуйста, берет и строит. Я только я помощник. Все, она теперь королевишна, я служитель, никчемный. Нет, она хочет быть служительницей своей королеве, она говорит. Ну, это не ее. Плох тот солдат, она который не мечтает быть генералом. Она же достойна большего. Она говорит, что ты искуситель, Илья. Нет, я помощник. Вперед. Она говорит, чтобы добивала уже. Да зачем мне ее добивать? Чё она пристала? Добивай, добивай. Шо, ты что, убийца, что ли? Вот именно. Я пришел помочь, я пришел с миром. Всегда. Не только она приходит с миром. Приходила. Вперед. Давай под жопу подталкивай. Раз, раз, раз. Давай, давай, давай. Слушай, мне так кажется, что вот она так замнулась, когда тебе рассказала. Мне так кажется, если бы у них получилось, они бы потом и против красно-черного пошли войной. Конечно. В том-то и дело. Она просто не говорит всей правды. Я она начинает юлить вариант. Что-то. Конечно же. Меня обманули, потом типа и его, да. И меня не убивали, чтобы потом в противовес использовать мои силы против него. Потому что иначе половина разрушится наперекосяк. Она хотела стать вместо Творца, сохранив две силы, но очень-очень ослабленными. Под ее же контролем. Она думала, что все контролировала. Ну ладно, мы отвлекаемся. Это будет созидать или как? Куда ты ее подталкиваешь? Она упирается. Туда, в светлое будущее. Она вообще не хочет. Она хотела, да, я хоть чуть-чуть медленно так. Да, 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 под жопу. Так, тик-тик-тик. Давай, 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 давай. Назвалась груздем, давай в кузов, вон кузов, там прям светится такая вот классный светлый портальчик, прям вот творец ждет ее. Купен-дупен. Да. Они хотели сделать Квизац Хедераха в женском обличии. Ну, Квизац Хедерах пришел и готов помочь ей, вот, помогает. Вперед. Она тебя сейчас укусит, смотри. Да, пожалуйста. Если это даст ей сил, зачем убивать кого-то? А куда этот портальчик? В светлое будущее. Вниз. Нет, это, вниз. Это творец. Какой вниз? Они хотели раствориться в Творце, стать Творцом. Пожалуйста, вон ждет. Ты с нее этот не снимешь с головы обруч? Нет, не сниму. Там уже нечего будет снимать. Ни ее, ни обруча не будет, если она шагнет. Либо она станет Творцом, либо ее не станет. А. Она хотела стать Творцом. Пусть становится вперед, сливается. Человечка такое облачко прикольное получается. Угу. Из всех, кто ее слушает. На всем этом уровне идет заполнение. И у всех таких же. Чтобы больше не гоняться за каждой такой умной.
Захотела быть выше, новый порядок устанавливать. Порядок установит только Творец. Всякая баба, которая стоит над мужиком, следует этому пути. Установительница нового порядка. Все. Реально, слушай, они же его бы обманули. Вот это только увидела сейчас. Я еще думала, как у них там симбиоз-то. Да. Через нее просто как фух. И такая информация. Ты говоришь, он же старший. Она такая, да, да, туда, сюда. Юля, сама вижу. Вот раз карта. Да фиг там. Да. Как-то даже прям полегче. Какой-то венок у нее на голове, да. Зачем мне снимать этот венок? Его нужно было разломать. Но он и так исчезнет, без разницы. Угу. Уже все, он без владелицы. Это вот зацикленное сознание. Там и время зациклено, и ресурсы, то есть какая-то вечность на голове носила. К сознанию как-то могла этот венок надевалась на другое тело. Да, да. И транслировался, это и связь, и трансляция иных законов, конов и принципов течения жизненной энергии и всего остального. Покажи синим, пусть разбирают такие венки везде. Где-то еще есть такие венки, пусть найдут. Ну, еще говорят, что где-то есть, они как носом чувствуют, что еще есть. Я тоже чувствую. Ладно, покажи песику, пусть ищет везде. Пантеркам покажи, пусть ищет. Ему уже показывают такое кольцо. В Штатах одно. Ну, это в следующий раз. Остановка записи.